Как вы считаете, насколько важно молодому человеку пройти службу в армии? Я думаю, что важно. Он отрывается от семьи, от мамы с папой и пытается жить как-то в сообществе таких же людей, как и он. В первую же очередь, это же его решение. То есть, если он хочет, он пойдет служить. Если он не хочет, он в любом случае попробует откосить. Я считаю, в нынешних реалиях это не так важно. Как минимум, это не... Считаю, что это не для каждого необходимо. Я считаю, что это очень важно, потому что армия – школа жизни. Ну, проходили мы сами в свое время 2 года, стандартно. Для нас было западло не служить. На самом деле важно, это делает парня мужчиной, показывает его самостоятельность. На самом деле я рада, что мои братья отслужили, они стали реально мужественней. Ну, я считаю, это абсолютно необходимость, потому что каждый должен уметь защищать свою страну, родину. Я прошел службу и служил на флоте, так что я понимаю. Как вы относитесь к повышению призывного возраста? Повышение? Почему? 18 лет – самый подходящий возраст, когда можно слепить из молодого человека все что угодно. Ну, наверное, это хорошо. Потому что, ну, они такие маленькие, 18 лет, так жалко. Думаю, что хорошо. Теперь не побегаешь от армии. Положительно. Потому что многие ребята, они, скажем так, не до конца созревают, я считаю. 18 лет, что парень, только школу закончил. Когда тебе, не знаю, лет 20, ты уже чуть больше понимаешь. Положительно. Потому что если идет человек 18 лет туда, он еще толком ничего не знает в этой жизни. Вот. То есть он глупый еще пацан. Вот. А если он пойдет 21 год туда, то это, во-первых, он уже более сформирован будет в своем развитии. Вот. И человек нормально служит, более приспособиться ему будет легче. Я считаю, вот у меня сейчас второй сын 17 лет, уже призывного возраста, бегаем там по медкомиссиям. Но еще не готов, я считаю, боец к армии, физически, морально. А с 19 или с 21 года, я считаю, это уже оптимальный мужик, который осознанный, который может решить вопрос, стоит ему пойти по контракту служить, остаться. То есть уже осознанно, не на юношеском рвении таком, на горячем. Поэтому, ну, я считаю, это оптимально.